ждет тебя. Ты неплохо дрался для наемника. Волк не любит ждать. Вот и все. Не знаю, что и сказать. Значит, мы обязаны победой тебе. Скажи свое имя, чтобы я мог поприветствовать тебя. Здравствуй, отец. Давно не виделись. Не может быть. Ты упал. Я не упал. Ты сбросил меня! Я сделал то, что требовал от меня спартанский долг. Я смирился с этим. Пора и тебе. Ты же мой отец. Ты должен был защищать меня. Ты совершил глупость. Вынудил меня. Мне пришлось спасать сестру вместо тебя. Оракул повелела убить Кассандру. Ее слово, закон, ты же знаешь. Больше ты не будешь прикрываться чувством долга. Хватит! Прошлое не изменить. Я спартанец и умру им. Наемнику, который принесет твою голову, полагается щедрая награда. Поэтому ты здесь. Тебе не убежать от прошлого! Пора ответить за все! Ты заслужил смерть. Но в мщении нет чести! Ты должен взглянуть в лицо прошлому, отец! И эта участь страшнее смерти. Я не выполнил свой долг. Не защитил тебя. Не спас вас обоих. Я любил тебя и твою сестру, как своих собственных детей. Но это не так. О чем ты? Этот вопрос лучше задай своей матери. Стой. Найди свою мать. Зачем? Где бы Мирин ни была, она знает больше, чем я. Куда ты идешь? На поиски чести. Остерегайся змей в траве, Алексиус. Мне нужно уходить. Пора вернуться к Варнаде.